красиво и одновременно устрашающе начались выходные у барнаульцев. Гроза, молния, сильный ливень и даже град. Непогода захватила весь Алтайский край. Стояли дела в селе Ребриха, поселке Октябрьском, Бийске. Пользователи соцсети активно публиковали дары природы в местных пабликах. Больше всего на этих выходных стихия бушевала в Третьяковском районе. Это кадры из села Староалийское. Там из-за сильного ливня подтопило 22 приусадебных участка и 12 частных домов. Силами администрации провели работы по водоотведению. По их данным, на сегодняшний день вода с улиц села практически ушла. Частично подтопленными остаются 6 участков, подтопленных домов нет. Прокурор края Антон Герман взял под контроль вопросы устранения последствий непогоды в Третьяковском районе. А в завершение выходных в колокольню барнаульского знаменского храма ударила молния. По словам очевидцев, возгорания не произошло, однако стекла в церкви задрожали и взрывом вырвало светильники. Добавим, в Алтайском крае продолжит действовать штормовое предупреждение. Во второй половине дня 10 июня, 11 июня и ночью 12 регион накроют дожди, грозы, ливни и град. Ветер усилится до 18-23 метров в секунду. При грозах местами возможны шквалы до 25-27 метров в секунду. Юлия Щепина, «День с толком».